Подписывайтесь на наш канал. Не пожалеете. Здорово, пацаны. Перед нами Антон. Он долгое время жил в Японии. И там освоил технику Сидуна. Презерватива. Сидуна. Вот у них там Сигун, а Антон это Сидун. Техника Сидуна. Вот сейчас он поломает довольно-таки крутую доску. Ее, ну-ка, примерится сейчас. Сейчас, да, возможно, даже и железку перерубит. Ну-ка, надо поближе подойти, чтобы увидеть удар в процессе. Техника Сидуна. Техника Сидуна. Блядь, мастер. Вот это да. Вот это да. Настоящий Сидун. Второй удар. Смотрите за телодвижениями. Ага. Смотри за движением. Это проба пера была. Это что такое было? Это была проба. Мастер Сидун, вы чего? Это что такое? Сидун, ты чего? Надо посидеть. Надо посидеть. Мастер Сидун, покури, Сидун. Мастер Сидун надел свои специальные счастливые перчатки, которыми он перебил немало врагов. Да, счастливые всегда для меня. И делается ход конем. Вот он, этот удар. Мастер Сидун. Сёдун. Сейчас наливает себе саке. Или саки как. Или саки. Все-таки саки. Саки, да? Держите ее. Фуку. Фуку. Голова это кость. Да. Голова это кость. Я ем. Вот это да. Вот это мастерский удар. А вы говорили. Недаром в Японии же. Саки какие-то пил, или саки, или как там? Саки. Саки. Саки, да, правильно? Человек лишил равновесия. Да на гибко, ёпта. Сейчас будет, я не знаю, майя. Ааа! Ес!